В Екатеринбурге сегодня горел уральский Пентагон. В середине дня горожан напугал столб черного дыма, который повалил из двора здания, которое занимает НПО автоматики. Всех сотрудников предприятия срочно эвакуировали. Мы услышали, что какой-то ажиотаж. Вышли в коридор. Ну и, собственно, люди начали эвакуироваться. Не услышали сирены. Но поняли, что нужно выходить. Вышли быстренько. Все, вот. А из окна видели дым, да, достаточно много дыма было. Дым шел из закрытого двора огромного здания НПО автоматики. Возле него толпились около сотни людей и стояли десятки пожарных машин. Движение транспорта по Маминой Сибиряка пришлось перекрыть, чтобы автопоток не мешал огнеборцам. Пламя тушили с помощью пожарного крана. На это ушло около часа. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на третьем этаже. В здании выгорели оконные рамы и кабельный тоннель. Пострадавших нет.